Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики моего канала. У микрофона я Твист, и мы продолжаем играть в Майнкрафт на сборочке с модом Таумкрафт. Как я говорил в прошлой серии, мы сегодня будем заниматься изучением мода Таумкрафт. По крайней мере, начнем его изучать. Но перед тем, как мы начнем его изучать, я вам скажу, что я, собственно говоря, сделал без съемок. Без съемок я надобывал кучу ресурсов. То есть, вон там вот я добывал песок. Вот у меня сколько всего получилось, как вы можете увидеть. И у меня еще тут, по-моему, в печках что-то переплавляется, насколько я помню. Да, у меня здесь еще в печках есть cobblestone, точнее просто стол. Давайте я его сразу заберу. И также я без съемок вырыл вот, точнее начал уже строить нашу подземную базу. То есть вот такая вот база будет. Я уже тут начал рыть. Пока что построил вот такую вот лесенку винтовую, но это я сделаю чуть потом, чуть по-другому все. Либо мы будем спускаться на вагонетке, либо из мода Таумкрафт там будут такие специальные приспособления для спуска. То есть я уже начал рыть вот такую вот комнату. Высотой она будет в 5 блоков. Так она 10 блоков. Так что я начал более-менее делать. Вот этих стенок потом не будет. Будет тут одна такая большая просторная комната. Потом будет еще ниже спуск. И ниже будет тоже строиться. Я буду строить параллельно. Точнее, буду строить все это дело без съемок. Потому что, я думаю, вам будет не очень интересно смотреть, как я что-либо здесь делаю. Поэтому я решил это все делать без съемок. Без съемок я не добывал ресурсов. Ну и если кто не верит то, что я, собственно говоря, рю это все без съемок, вы можете посмотреть в левый верхний угол. Там есть видео в ускоренной перемотке, как я рыл вот этот вот, вот это вот место. Вы можете посмотреть. Вот. Но как я добывал ресурсы, я это не записывал. Естественно, вон там я вырубал кучу леса. Вон там я добывал песок, вон, как можете заметить, там его практически нету. Ну что ж, меньше слов, больше дела, давайте начнем, собственно говоря, изучать наш любимый мод Таумкрафт. И для начала нам понадобится... Отлично, у меня есть кожа. Для начала нам понадобится 3 кожи. Давайте, раз, два, три. Отлично, и нам понадобится тростник. Выкладываем наш тростник, получаем 3 бумаги. Так, еще и еще. Получаем 9 бумаги. Отличненько. И выкладываем эту бумагу вот таким вот образом. И мы получаем книжки. 3 книжечки. Отличненько. И теперь мы берем наши доски. Выкладываем досточки вот таким вот образом. И выкладываем книжки. Получаем букшелф. Для чего нам нужен этот букшелф? А для того, чтобы сделать, собственно, наш Тауманомикон. Но для начала нам нужно будет сделать волшебную палочку, так сказать. Перерабатываем железные слитки в железные самородки. И давайте сделаем наши набалдажники. Так и вот так. Отлично. И мы получаем вот такую нашу волшебную палочку. И чтобы сделать Тауманомикан, нам нужно поставить букшелф, кликнуть по нему палочкой. Да, кстати говоря, нам вот этот вот амулетик прибавляет вис, то есть он прибавляет нам теру и акву. Давайте раз, два, три. Мы получаем Тауманомикан. Оу-е, отличненько. И я, кстати, хочу поставить на пережарку вот эту вот свинину, которую я добыл вон там вот. Пока искал кожу, думал, ее у меня нету, а оказалось, что у меня ее аж целых 4 штуки. Это просто шикарно. И у меня есть 2 золота, чтобы сделать себе... Ой. В общем, сейчас... Посмотрим, как оно называется. Я точно не помню, как оно называется. Давайте мы это тоже сделаем для изучений. Раз, два, три. Тауманометр. Вот. Я вспомнил наконец-таки, как оно называется. И давайте начнем потихоньку изучать. Вот у нас уже есть Игнис, Пердитио и Терра. В песке у нас Пердитио и Терра. В крафтинг-тейбле у нас ничего пока нету. В листве тоже ничего нету. В дубовых досках тоже у нас ничего нету. Отличненько. Теперь нам нужно сделать наши столы, собственно говоря. Давайте их тоже сделаем. Делаются они, в принципе, просто. У меня уже древесина здесь есть, поэтому мы вылаживаем. Вот так вот делаем полублоки. И делаем, собственно говоря, я думаю, нам столько хватит столов. Ну да, в принципе, должно хватить. Первый стол мы ставим и получаем наш крафтинг тейбл. Отличненько. И дальше нам нужно сделать... Так, давайте его добудем и поставим пока что куда-нибудь вот сюда. Пока я строю вот эту базу, буду, собственно говоря, вот так на пляже все это делать, потому что потом я это все спущу вниз. Все вот эти вот хрени я спущу вниз. И давайте, собственно говоря, сделаем наш второй стол. Это у нас письменный стол. Для него нам нужна глина, чтобы сделать бутылочки. То есть, насколько я помню, давайте посмотрим. Тауманомикан. Вот нам нужны вот такие вот бутылочки. Они делаются, собственно говоря, из глины и стекла. Вот нам надо вот такие вот бутылочки. Но для начала нам нужно найти глину. А где, собственно говоря, глина? Она у нас, по-моему, вот это. Вот это же глина у нас. Да, отлично. Она у нас есть прямо возле нашего, так сказать, места обитания временного. Давайте заберем еду. У нас там на пляже лазят зомбари. На них я не хочу пока нарываться. Поэтому давайте мы вот это мы выложим вот сюда. И вот это... Я уже нарвался, походу, на зомбарей. Да? Да, отлично. Вот прям просто шикарно все. Ладно, давайте, собственно говоря, сделаем нашу лопату. Блин, опять зомби. Давай умри. Вот, отлично. И еще там один зомби, да? Давайте сразу всех поубиваем. Ага, он сзади решил подобраться. Хитрый зомби, однако. Сзади хотел. Со спины хотел напасть на нас. Ну ладно, мы отразили атаку зомби. И давайте сделаем лопату. Да, нам нужно сделать лопату. Давайте сделаем для начала палочки. И сделаем лопату, чтобы добыть глину, которая у нас находится вот здесь. Так, давайте добываем. По-моему, она не добывается модом Вейнмайнер. Ну, я ничего менять в конфигах не буду, так даже интереснее. Отлично. Я думаю, пока что нам... Ой-ой-ой, я сейчас умру. Во, все, нормально. Пока что нам 40 глины это просто за глаза. Так что давайте сделаем себе эти баночки. Ага, тут возникает еще одна проблема. Я вон вижу скелет. Он к нам подберется, и мы его вот так вот... Неожиданно убьем. Вот, все, отлично. Так, а стрелу эту... Не, стрелу нельзя забрать. Хреново. У нас возникает еще одна проблема. У меня-то палочка пустая. А, пузырьки, они делаются и без палочки. Отлично, тогда мы делаем вот так. Получаем пока такие колбочки. И ставим здесь глину, получаем вот такую вот... Такие вот пузырьки. И теперь нам нужно... У меня есть? Да, у меня есть чернильные мешки. И мне нужны перья. Перо, точнее. Которого у меня нет. Эх, придется мне идти искать на это перо. Но, насколько я знаю, здесь всяких животных в районе этого острова точно нету. Поэтому я ставлю на паузу и иду искать куриц и добывать из них перья. И раз, и два, и три. Ну что ж, я уже добыл перья. И на самом деле я вон там вот умер, заспавнился опять хрен знает где, и пока добирался до нашего места жительства, я добыл довольно-таки много перьев и довольно-таки много еды. Нам это тоже пока что за глаза, поэтому давайте скрафтим уже наконец-таки себе чернильницу с пером. Так, берем, делаем так и делаем вот так. Получаем чернильницу с пером. Отлично. И теперь мы становимся сюда и кликаем этой чернильницей по нашему столику. Опа-на! И получаем вот такой вот письменный стол. Давайте в него зайдем, и у нас уже здесь есть Air, Aqua, Ignis, Orda, Perditio и Terra. Это основные, так сказать, аспекты, и насколько я помню, чтобы сделать, допустим, жизнь, нам нужно, точнее, чтобы сделать Victus, нам нужна Terra и Aqua. Чтобы сделать, по-моему, Lux, нам нужен Ignis и Air. Да, нам нужен Ignis и Air. Итак, давайте... сделаем какое-нибудь изучение. И я вам покажу, как здесь все изучается. Вообще, нам нужно изучить полностью весь Тауманомикон, чтобы приблизиться к Ихору. Чтобы приблизиться к Ихору, мы должны изучить полностью весь Тауманомикон. Также, насколько я знаю, здесь можно даже открыть новое измерение в Таункрафте. То есть, здесь будет еще одна вкладочка, по-моему, как-то то ли с древними знаниями, то ли я точно не помню. Но здесь будет еще вкладочка, и там мы можем изучить тоже много чего. Сейчас у нас в приоритете изучить всю вот эту вот вкладочку. В общем, давайте что-нибудь изучим из этого. Допустим, нам нужно взять чернильницу, нам нужно взять, точнее, сделать бумагу. Давайте мы сделаем вот так. У нас есть бумага, и у нас есть чернильница. У нас инвентарь пустой, и давайте изучим вот это. Research Expertise. Давайте его изучим. И давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь орда и два вопросика. Я не помню, если честно, что у нас здесь, но я знаю. Давайте тогда это отложим мы в долгий ящик и изучим пока что, допустим, из алхимии, допустим, нитор. Давайте мы Да, нитор изучим. Возьмем нашу чернильницу с пером. Изучим наш нитор. Нитор, я насколько знаю, изучается полегче. Да, у нас как раз есть лакс и как раз есть игнис. И вот так вот мы, собственно говоря, это все изучаем. Он изучается довольно-таки просто. Вот и все. Нитор готовый. Отлично. И теперь заходим в Тауманомикон и смотрим, как у нас крафтится наш нитор. Нитор у нас крафтится из голстоуна. Также нам нужно будет игнис, лакс и патентия. И все это крафтится у нас в тигеле. Если честно, не помню, где берется патентия, но я к следующей серии подготовлюсь, и мы это все дело изучим. Точнее, мы это все дело скрафтим. Вот прям вот в начале серии мы скрафтим нитор. Я даже где-то в той стороне, по-моему, есть озеро лавы. Я добуду там обсидиан. Сделаю, точнее, точно, чтобы добыть обсидиан, нужны алмазы. А алмазов у меня нету. Ну ладно, я тогда без съемок в шахте полазию, поищу алмазики. Вот, и мы прямо в начале серии скрафтим нитор. Насколько я также помню, у нас, по-моему, кто-то дает вот так. Да, у нас дает вакоус. И давайте орда, по-моему, и пердитио. У нас дает пермутатио. И давайте смотреть по вот этому изучению. Какие там, может, какие-то аспекты у нас добавились. Никаких у нас аспектов пока не добавилось. Что еще? Давай, вспоминай, голова. Что еще у нас может быть? Пердитио и аква. Да, дают нам веном. Отлично. Дальше орда и терра у нас дает витреус. Отличненько. Дальше игнис и... Оп, стоп, я, по-моему, помню. Так, что-то добавилось, да? Да, добавилось. Фамис, феймос. Короче, я не знаю, у меня с английским все плохо. Поэтому я извиняюсь, если вдруг я неправильно прочитал название. Насколько я помню, лакс у нас из эйра и игниса делается. Так, что еще у нас? Нам нужно орда. Орда и... Да, получаем сана. Отлично. А ну-ка, давайте смотреть теперь по изучениям. Пока что еще ничего не добавил. Вакоус и орда. Нет, ничего не идет. Так, а ну... О, точно. Давайте мы изучим вот эти вот очки. Давайте сейчас мы сделаем вот так и изучим. Ага, здесь вообще вопросики идут. Что у нас вообще в приоритете изучить? У нас в приоритете изучить алхимию. То есть, если мы здесь изучим вот этот вот эту вот хрень, я не помню тоже, как она называется, нам здесь откроется еще автоалхимия. Автоалхимия — это очень полезная штука, и она у нас пока что будет в приоритете, потому что она нам очень-очень сильно поможет. Также у меня в приоритете изучить големов. То есть в приоритете изучить големов, а именно голема, сердца голема заливка. Получается, он будет перетаскивать эссенции. Это тоже у меня в приоритете. И в приоритете изучить вот эту всю вкладку. То есть следующая серия у нас будет вся практически изученческая, поэтому следующая серия, я думаю, будет для вас немножко хоть интересная. Заодно я начну строить вот эту вот базу. То есть там я порасчищаю и сделаю там базу. Будет у меня такая прикольная база. Так, давайте алюментум изучим. О чем бы и нет. Правильно? Правильно. Давайте изучим алюментум. И у нас здесь тоже какой-то неизвестный аспект. Давайте я сейчас в гугле поищу эти неизвестные аспекты. И я вернусь, как только найду, собственно говоря, этот аспект. Давайте и раз, и два, и три. В общем, я посмотрел в гугле, какого аспекта здесь не хватает. Здесь не хватает, собственно говоря, патентии. Ну, патентия делается из игниса и орда. Я также посмотрел в том же гугле. И мы получаем патентию, и у нас тут появляется сразу вот такой вот аспектик. Давайте изучим наш, собственно говоря, алюментум. Изучается он тоже очень просто. В принципе, так же, как и нитор, только... с использованием патентии. У нас вот изучили алюментум, и для алюментума нам нужен любой уголь, также 3 игниса, 3 пердитио и 3 патентии. И все это делается в тигеле. Это мы тоже сделаем уже в следующей серии, я подготовлюсь, Хотя, стойте, пердитио. Где у нас может быть пердитио? Давайте мы сделаем... Не, алюментум я, скорее всего, сделаю в этой серии. Я хочу что-то изучить. Давайте вот так... Сделаем наш тигель. Теперь. Делаем вот так. Берем палочку, палочка. Кликаем, получаем наш тигель. Отлично. Теперь берем кирку. Его ломаем, этот тигель. И мне нужно, кстати говоря, ведро. Которое мне... которого у меня нет. А не, подождите, у меня, по-моему, было ведро. Не, у меня не было ведра, окей. Тогда мы делаем ведро. И, насколько я знаю, у нас в тростнике, по-моему, что-то есть. По-моему, патентия у нас есть в тростнике, если я не ошибаюсь. У нас пошел, кстати говоря, дождь. Нет, у нас есть Air, Aqua и еще какая-то хрень. Давайте мы сейчас еще, кстати говоря, я ее так и не сделал, кровать. Нам тоже надо сделать кровать. Давайте я что-нибудь повлаживаю. Сделаем кровать, уснем заодно, и у нас пройдет дождик. И ночь, кстати говоря. Ставим где-нибудь ее вот здесь и ложимся баиньки. Дождь до сих пор идет. А нет, все, уже прекратился. Отлично. В общем, нам нужно сейчас найти источник лавы. Но, насколько я знаю, источник лавы здесь должен быть недалеко, по-моему, от меня. Я тут уже изучал местность, поэтому где-то он должен быть в той стороне. Кстати говоря, в начале серии забыл вас поздравить с таким, что ли, праздником Хэллоуин. Вот, аж всех поздравляю с Хэллоуином. Я сейчас снимаю 31 октября. Я думаю, в этот же день и выложу серию эту. Мне нужно все-таки найти эту гребаную лаву, потому что я хочу хоть что-то сегодня изучить, хотя бы алюментум. Блин, я жестко протупил. У меня ж есть шахта. Я пошел искать хрен знает куда. У меня же есть шахта, а внутри шахты, по-моему, есть лава, насколько я помню. Так что давайте я сейчас, наверное, опять паузу ставлю, возвращаюсь тогда, когда я уже добуду лаву, либо когда уже к источнику буду приближаться лавы. Поэтому давайте и раз, и два, и три. Итак, я добыл лаву, мне пришлось умереть, потому что я потерялся в шахте. Давайте, собственно говоря, сделаем наше строение. Поставим сюда лаву, поставим вот сюда тигель и возьмем, нальем в него воды. Так, возьмем воду. И нальем в него воды. Так, сейчас я в гугле быстренько посмотрю, где у нас берется пердитио. А пердитио у нас берется в булыжнике. Все просто. Значит, нам нужен булыжник. Примерно, давайте мы тогда его сделаем вот так и изучим его. Правильно? Правильно, у нас есть пердитио и терра. Значит, что нам нужно для алюментума? Для алюментума нам нужен игнис, нам нужно пердитио и нам нужна патентия. Вот я сейчас еще раз загляну в Google и посмотрю, где берется у нас патентия. Патентия у нас берется в красной пыли, кварц нижнего мира или блок угля. Давайте, так как у нас здесь и так используется уголь, мы возьмем блок угля, наверное, что ли. Ну давайте, да, блок угля придется набрать. А где еще он у нас берется? А, у нас он же в красной пыли еще, по-моему, есть. Я угадал? Там еще, по-моему, еще что-то есть в красной пыли. Давайте проверим. Сучим. Ага, мы ее пока не можем. Тогда нам придется делать блок угля. Давайте заберем отсюда уголь, весь, который у нас есть. Сделаем примерно один блок угля. Это сколько у нас получится там? У нас куча игниса в блоке угля. Ага, у нас всего по 13. Значит, нам нужно 3 каблстоуна, 1 блок угля и 1 любой уголь. Отлично. Давайте попробуем сделать наш алюментум. У нас уже тигель, по-моему, закипел, да? Я угадал? Да, у нас тигель закипел. Так, 3 пердитио, 3 игниса, 3 алюментума. Окей, давайте. И раз, и два, и три. Получаем алюментум. Отлично. И если мы его выпустим, то он, естественно, подорвет здесь все. Потому что это, насколько я знаю, нестабильная штука. Вот, она здесь все у нас подорвет. Ну что ж, на этом, я думаю, мы закончим. Мы изучили с вами 2 изучения. То есть у нас будет серия. В каждой серии по-любому по одному, по 2 или 3 изучения. Это просто по-любому серия будет. Вот я себе запишу это, что действительно серии будет по 2-3 изучения в каждой серии. Это по-любому, потому что я все-таки хочу приблизиться к Ихору и хочу приблизиться к новому измерению в Таункрафте, потому что сколько я играл на сборочке, на этой сборочке я так и не приблизился даже к этому измерению, поэтому у нас на записи я это хочу сделать. Ну и давайте пока что я очищу тигель, и на этом мы закончим. Так, очищаю тигель и заново его заполняю. Заполняем заново тигель, отлично. И на этом я заканчиваю эту серию. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Твист. Всем удачи, всем пока.